Привет! Рад приветствовать тебя в этом видео. Меня зовут Илья Пономаренко и мой сайт ilyapanomarenko.com. Я решил создать серию бесплатных видео о том, как можно зарабатывать деньги в Германии через интернет, а также как можно создать себе пассивный доход в Германии через интернет. 100% легально и серьезно. Кстати, перед тем, как я перейду к теме этого видео, пожалуйста, подпишись на мой YouTube-канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с тобой вот о чем. Итак, приветствую тебя снова в этом видео. Сегодня мы с тобой поговорим о категориях заработка денег в Германии через интернет. В Германии, конечно, есть много разных способов заработать деньги в Германии через интернет. Но ты можешь их разделить все на две категории. На две основные категории можно поделить все методы. Это активный доход и пассивный доход. В чем разница и какой метод подойдет именно тебе? Давай разберем этот момент немножко подробнее. Итак, что означает активный доход? При активном доходе ты должен активно работать за свои деньги. Это можно сделать в интернете, например, с помощью так называемых микроджобс. Это небольшие задачи, которые ты найдешь на соответствующих там платформах, фрилансерских платформах, которые обычно выполняются по фиксированной цене. О этих платформах мы поговорим чуть позже. Активный доход в интернете в основном такой же, как когда ты работаешь по найму. Тут ты получаешь заработную плату за определенную работу, которую ты выполняешь. Теперь давай поговорим о пассивном доходе. Что это означает? Пассивный доход – это получение дохода, для которого тебе не нужно работать постоянно. Я не хочу сказать, что тебе ничего не придется делать для пассивного дохода. Наоборот, за пассивным доходом стоит очень много работы, сделанной заранее. При создании пассивного дохода ты не сразу получишь все деньги, как, например, после работы по найму. Как правило, тебе придется инвестировать много времени, ресурсов и усилий наперед, заранее, пока твой проект по пассивному доходу не начнет приносить тебе первые плоды. А теперь спроси себя, какова твоя цель? Если ты хочешь зарабатывать деньги быстро и краткосрочно, то есть вот, допустим, сегодня-завтра тебе нужны бабки, тогда варианты для заработка в интернете из категории активного дохода будут для тебя вот прям самыми подходящими. Но если ты не хочешь постоянно работать за свои деньги и обменивать свое бесценное, драгоценное время на них, а хочешь, наоборот, там, продолжать зарабатывать деньги в Германии через интернет даже во время там, путешествий или походов по магазинам, или даже во сне, когда ты спишь, то пассивный доход как раз это то, что тебе нужно. Это был бы для тебя просто идеальный вариант. Кстати, на своем инстаграме я, если ты еще не подписан, ссылку ты найдешь под этим видео, я периодически пощу доходы свои, периодически пощу свои заработки. Делаю это не каждый день, потому что, ну, тупо будет неинтересно, скучно, вот, но периодически я так дразню своих подписчиков, просто показать, что это возможно, это реально. У меня даже есть посты, где я буквально вот с утра просыпаюсь, смотрю, опа, пролетело там 60-70 стори, пока я спал во сне. Это прикольно на самом деле, это ощущение просто вот не передать. Я надеюсь, ты это тоже когда-нибудь испытаешь, если ты будешь слушаться советов, если ты будешь внедрять, если ты будешь делать, пробовать и не будешь сдаваться, тогда у тебя обязательно все получится. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную, полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля».
Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так, он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!